Конечно, вот надо еще сейчас глазки сделать нормальные, да? Наверное, голубенькие. А где же голубенькие у меня? Сейчас. Нет, голубой цвет у меня сейчас. Давайте я сделаю сейчас голубенькие. Потому что очень важно, когда рисуешь, запомните, друзья. Если ты вошел в поток и вдруг не знаешь, где какая краска лежит, так ты же выскакиваешь оттуда. Поэтому надо знать, что когда ты хочешь хорошо рисовать, рабочее место твое должно быть так обустроено, чтобы ты из потока, если ты вошел туда, когда ты разрисовался, все идет на автомате, рука сама работает. Моментально ты берешь там, и вдруг ты не знаешь, где эта краска, и ты выскакиваешь. Поэтому надо заранее обустроить рабочее место. И мы сюда вот и поставим сейчас голубенький, да? Потом мы сейчас еще там добавим кое-что. А здесь мы сделаем такой бант. Бант голубенький сделаем, да? Лишь качается бант голубой. Была такая песня о гитаре. Так что я вас научу, ребята, рисовать. Рисовать научу, как создать рабочее место, как говорил Владимир Ильич Ленин. Для работы надо правильно организовать рабочее место. До встречи, друзья.